для встречающих и провожающих. Градоначальник побывал на станциях и оценил работу вокзала Формавира. Поддельные деньги. В кубанских городах участились случаи оборота фальшивых 5-тысячных купюр. Помощь ребенку. Родителям не под силу самим оплатить операцию, которая стоит без малого 3 миллиона рублей. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19 часов. Повторы в 6.30 и в 7 часов утра и в 12.30 дня. Видеоверсия доступна на сайте www.ravita.info.